Даю тебе на выбор. Давай. Играем 500 тысяч или партии. Да. Давай 500 тысяч. 1000 масс. Давай. Либо играем без масса, партия 1000. Ты давай, партия место отдал. Давай, так быстрее. Партия 1000. Без масса. Партия 500 тысяч. Давай одними, поехали. Да, будем играть? Сколько играем почему? Да, двойными. А потом начинается, у меня куш идет, то есть лучше четыре. Одним. Да. Давай, давай. Чем начинается? Ты хочешь одними? Начинать так говорить нельзя. Это начало было, Ваня, смотри, точно такое же начало. Раз. Помнишь тот раз, когда единичка я собрал? Два. Да. А он трики. Ты тоже. Два куша кинул. Три и первый. Пять два. Да. Да? Два пять. Второй. Раз. Два. Три. Кто кинул третий, первый? 5-3. Опять испугаешься. 4-3. Угу. Видишь, как красиво походил. 1, 2, 3, это 4. 5-3. Да, Андрюха.
Как сведем? 5-2. Четко мьется беда. Интерес пропал, да? Что же закрыть? Там, не, ну там их тебе потом не брать. Там уже выборы масс. Всегда? Да, конечно. 5-3. Что? 5-3, нечего. Thank you.
два, три. Потише, потише, делай тихо.
все, все. Это все знают, можно не говорить. Не считается. Это все знают об этом. Я видел, единицы тебя там попали. Да нет, одна пятерка держит, блядь, все пять. Да? Без проигрыша, все пять, он шесть. Да, четыре раза шесть кинул. Я походил. Не играет. Честно? Мещат все сломал. Две штуки было. Не, походил в лучшую. Ладно, мальчик. Погода меняется, завтра обещают. Нет, я хожу сонно, уже хожу, что-нибудь трюк. Завтра пообещают опять температура под 30. Погода меняется. 54. Это 4, это 5. Спасибо. Давай, отомсти ему за мои единицы, отомсти ему. Блин, это ты там. Да, да, я в дули кручу уже, понимаешь? Слушай, я два раза один-один кинул. Ну повтори, Миха. Все, хватит. Три, четыре. Вот ведь застыло нам не нужно. Ой, блядь, опять один-один. Пять. Ой, что, там вот его города, ну. Кто вообще с другой стороны встал? Это все Толик у меня отмечает. Один. Еще один. Посмотри. Три. Сам даже признался. Миша, здесь три раза рай. Один-один кинул. Подряд. Сейчас? Да, подряд три стрелы. Ничего, я скинул. Да? Да, нет, блядь. Два раза я кинул, такой я один раз. Это тоже. Сколько можно двойки кидать? Сколько? Стой. Ну, ты кидаешь, ты видишь.
Сколько можно? Два. Три, четыре. Сархасия? Ну, наедешь. Что, не наедешь? Вот это, да, не надо было? Ну, вот это тоже можно было уйти. Тут хейдер, шах хейдер, фаер метеорин. Просто копейли, то есть низко. Под расчет 2, 3, 2, 4. Взять это грех. Три. Я очень сильно отстаю, да? Да нет. Сейчас очень много будет тормозить. Хорошо дает пока, где жалуется. Ага, да. Вот это плохо из-за руки, что не играешь. Ой. Нет.
4. Выиграл? Андрюха. Да. Обыграл, да? Вот Миха, тебе за единицу. Ты сколько какал, блин? Я, блин, 4 раза подряд. Он кидает, вот как раз ему не надо дать, чтобы он снял. Ну, да. Я удалось. Какой счет у вас уже? Миша, все Толик виноват. Он там подсказывал. Кто два? 2-1. 2-1. Масс попал. Причем не обязательно такой был. Два раза кинул. Не должно вообще было. Ваня, счет какой? 2-1. Это 2-1, да. Правильно? Хорошо. Ну, где 6-6 сначала. И надо загонять. Я могу сразу по 3. Кто остался? Ты, я? Три. Три человека осталось. Один человек точно не будет его. Он не пускает. У Миши поражение есть? А рай будет сам? Да. Вообще, по логике, мы с вами должны играть. Вот, три. Вот.
Для смещения градусов. Нашим правым будем катать? Будем. Ага. Мы выиграем потом. А в общем не на этой неделе. Ой, блядь, как опасно. Пятёрка. А и у меня прям все в золоте, да? Чем человека про нас видится на Марс? Миша, да, блин? Ну, Миша. Какой счет мне? По один. Все. 6-3. Тройки нету. 6-3. Да, дорогая. Зачем ты Мишу слушаешь? Он же слабый. Хотелось, чтобы группа чем-то запомнилась. Нет, у него это еды. Я что 3-3 кинул, в канал у тебя был. У тебя 3-3 вообще нету, все открываешь. Вот же. Где? Закрыто. Это вот. Сейчас у тебя получилось. Вот 3 даже плохо. Да. Черт. Нормально. Ну, ладно, не мешайте. Рудик рубит. Рубит. Exercise number 4.
Exercise number one. Exactly. As usual. На тебе ближайший. 5. Чурочка, дай мне, пожалуйста. Давала, ты не вышел? Постел поменяй. Сколько вероятно, что он когда-нибудь, когда не надо было. 2-6. Раньше надо было все закрывать. Вылетело, да?